Всем привет, на связи Мабу. Мабу — это платформа по созданию мобильных приложений. В сегодняшнем видео я расскажу о создании приложения для магазина. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. У меня есть обучающая программа Android-разработчик за 3 месяца, на которой я обучаю на профессию Android-разработчика со всеми современными скиллами. Так вот, после этой программы люди выходят со всеми навыками Android-разработчика. То есть они обладают всем опытом, и теперь им нужно просто начать разрабатывать Android-приложения. И это сделать довольно просто, ведь для этого у них уже есть весь багаж знаний и опыта. Но первым испытанием при реальной разработке становится то, как же применять свой опыт на практике при разработке реального мобильного приложения. И именно поэтому я модернизировал программу курса Android-разработчик за 3 месяца, и последние 2 недели мы посвятили на курсе разработки мобильного приложения для кофейни. На этих 2 неделях все ученики применяют свои знания на практике и на реальной разработке смотрят, как все это происходит, и выйдя из обучающей программы, они смогут создать любое приложение для бизнеса в сфере услуг и обслуживания. Но тем не менее, самым популярным заказом на рынке остается заказ на разработку мобильного приложения для магазина. То есть тут есть своя специфика и свой собственный функционал. Поэтому для того, чтобы у вас не было проблем с разработкой мобильного приложения для магазина, я создал обучающую программу Android приложения для магазина. Теперь внимание, для того, чтобы обучаться на программе по разработке мобильного приложения для магазина, вы должны обладать всеми скиллами Android-разработчика. Так как на этой программе я покажу реальную разработку с нуля в режиме лайв-кодинга. То есть я покажу, как создать мобильное приложение с нуля, применяя все навыки, которым я обучаю на программе Android-разработчик за 3 месяца. Вы можете записаться на эту программу, даже если не проходили мой основной курс Android-разработчик за 3 месяца. Но тогда вы должны обладать всеми скиллами Android-разработчика, так как на обучающей программе я буду показывать, как разрабатывается реальное приложение, как применяются все библиотеки, но не буду вдаваться в подробность и обучать вас навыками Android-разработки. То есть я буду показывать, как разрабатывается реальное приложение. Это курс именно о разработке реального мобильного приложения, а не курса подготовки на профессию Android-разработчика. Если вы не обладаете скиллами Android-разработчика, тогда я советую вам записаться в программу Android-разработчик за 3 месяца, а также приобрести этот курс. Стоимость программы 1500 рублей за весь курс. Но если вы обучались на моей программе Android-разработчик за 3 месяца, или обучаетесь сейчас, или собираетесь обучаться, то стоимость для вас составит всего лишь навсего 1000 рублей за весь курс по программе Android-приложения для магазина. Подробную программу курса вы можете посмотреть на странице курса, ссылка на него в описании под видео. Для записи вы можете также записаться с этой страницы, либо написать мне в личку. Все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. Я решил сделать этот курс, чтобы у вас были закрыты все вопросы. Курс Android-разработчик за 3 месяца обучит вас всем навыкам Android-разработчика и покажет на реальном коммерческом примере, как создаются приложения для сферы услуг. Курс Android-приложения для магазина научит вас, как применять знания современного Android-разработчика при создании
реального Android-приложения именно для магазина. В общем, вот такой классный продукт я сделал. Ссылка на курс есть в описании. Я советую вам записаться, даже если вы только начали обучаться. Ведь со второго месяца обучения на курсе Android-разработчик за 3 месяца вы сможете параллельно проходить и этот курс и сразу ускорите свой путь профессиональной Android разработки. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.